Всем привет, дорогие друзья и дорогие подписчики, с вами Билджин. Помните то видео, когда мы залезали на МТС-вышку зимой? Вот она, там стоит. В общем, мы прямо сейчас на нее будем залезать. Сегодня 1 мая, очень потеплело, как вы можете заметить. Все в шортах, все в футболках и всем хорошо. В общем, я надеюсь, что нас сегодня не примут, а если примут, то что-нибудь-то будем делать. Я постараюсь это снять. В общем, уже встретимся тогда, когда я подойду к вышке. В общем, мы пришли на эту вышку, и что мы видим? Там работают, там отвечают, там кто-то жжет. Зимой тут вообще практически никого не было. Тем более, сегодня 1 мая, праздник, все жарят шашлыки, все выбираются на дачи. Тут очень много дач. В общем, постараемся привлечь очень мало внимания. Надеюсь, нас не попалят. Будем залазить уже на самый верх, а не на середину, как мы тогда. В общем, погнали. Короче, 5 минут перед испытанием я их там все делают. Друзья, в общем, это наш чекпоинт, 5 минут отдыхаем. Кто-то скажет, что очень легко, вы вообще нифига ничего не умеете. Дыхалка слабая, но, друзья, это реально очень трудно. В общем, мы сейчас на том месте, где мы зимой фотографировались. В общем, вот, смотрите, какой вид. Ну, вот там вот такой. Мало вам покажу, потому что надо чуть отдохнуть. Фоточки сделал уже вон там, на самом верху. Остается совсем немного, в общем. Мы уж пролезли половину, и сейчас будем отдыхать 5 минут.
В общем, это реально очень трудно. Но поддержите, пожалуйста, лайком и напишите комментарий позитивный, желательно. Спасибо много. Есть, есть, основные. Все, сам ешь. Есть. Основные. Дай курочка. Я не знаю, слышно меня или нет. Тут очень дичайший ветер. В общем-то, покорили наконец-то вышку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько она точно метров, если кто знает. Погуглите или, ну не знаю, сами измерьте на глаз. В общем-то, покорили мы наконец-то эту вышку. Оказывается, ну кто вдруг, если не знал, то, что тут стоят обычные лампочки, которые электро сберегают. Все, сейчас я сделаю пару фоточек в инстаграме. Ссылки я на инстаграм оставлю в описании. Подписывайтесь, лайкайте и все остальное. Вообще, я офигеваю просто над этим видом. Особенно над полем. Пока. Ну, встретимся тогда, когда я сделаю фоточки и когда будем слезать. Out of focus, taking up my energy, yeah. How could I not notice that you became an enemy? Up so high, coming down with the gravity. You're pulling me down, down, down. I just wanna keep up, keep up. You're moving so fast without me. Supersonic. Supersonic. In my equation, addicted to a memory, yeah. A masterpiece fading since you became the enemy. Stranger that I. Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу этот руф. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям обо мне, пишите ваше мнение. А также подписывайтесь на мой инстаграм и на мою страничку ВКонтакте. Ссылки оставлю в описании. Хороший был за вас. Будьте трудны, мы не принялись, это уже огромный плюс. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Supersonic.